Всем привет, ребята. Продолжаем гонять карьеру. Так, вот эту вот. Круговой, да, у нас получается. 12 кругов. Размер сетки 24. А вот такая машина нам только можно. На такой только, по-моему, там. Все остальное там было закрашено. Ну да, в принципе, тут все такие. Ну, поехали тогда. Устройте аварию, да, разнесите соперников. Сейчас разнесем. Сейчас мы их так разнесем. Погнали. Ну-ка, мне сказали разносить. Да, летим в начало, надо догонять. Ох, ребята там их вот их носит. Так я тоже с вами поучаствую в толкотне. Перебор чуть-чуть. Не-не-не-не, парень, нет. Я тебя обогнал. Блин, это сейчас толкаться надо будет. Мне повезло, он меня сейчас мог вообще припечатать. Вон тот вообще улетел вперед. Есть, он врезался, отлично. Это мой шанс. Привет, парень. Попортал я чуть машинку свою. И, ух, там, но... Парнишке я тоже и испортил праздник. Он-то уже праздновал, наверное, думал, его никто не догонит. Но не тут-то было. Тут я нарисовался сзади. Так, треть круга пройдена. Ой, треть дистанции. Не круга, а дистанции. Перебор. Оп, нормально. А этот... Не, я подумал, машина разбитая стоит сначала, красная. Думал, неужели выбили одного? На такой трассе тут сложно будет выбить-то кого-то. Все где-то там. На той стороне, да? Их даже не видно. Ни вначале, ни спереди. Вон, вон, хвост. Прижиматься не надо особо. Блин! Засмотрелся. Что-то я засмотрелся, зазевался. Может быть, вот этому еще что-нибудь сделать? Ух, они тут врезались еще. Есть, ё-мо, не надо его трогать. Он и так уже тронутый тут. Тихо, тихо, мужик. Такой. Блин! Война у них тут идет. Меня просили в начале старта аварию устраивать. Вот я иногда и делаю. А это горит уже. Это уже с огоньком идет. Или мне показалось? Вроде огонек был. Да, уничтожил парня, по-моему, вообще-то. Есть, ё-моё, ни хрена себе. А мужик без двери, опа, и я без двери. И мне дверь сняли. Так, последний круг сейчас пойдет. Надо повнимательнее, потому что я уже не знаю, кто... Сзади меня хвост или соперники, те, которые на вторых, третьих местах идут, непонятно.
Ух, они там врезались, можно хулиганить дальше. Но я уже не успею. Вот этому успею что-нибудь сделать? Не, не успею. Финиш, наверное, уже. Да. Это было... прикольно, прикольно было. Ну-ка. Это что, четверо расхерачилось, что ли, или нет? Ну, там были, по-моему, разбитые тачки-то. В полуфинал. Событие завершено. Вот, смотрите, 12 гонщиков, да, должно быть, по идее? 12 гонщиков. 12 кругов. А, ну это, погоди-ка, размер сети 24, кругов. А, остальные тоже вошли, ну что за фигня-то? Непонятно. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, 24, а написано было 12, в полуфинал вошло. Опять обманывают. Хе-хе, первый за всю... Опа, мне повезло, они меня сейчас вынесли просто. Все, отрываемся и уходим в отрыв. Потому что тут отыгрываться уже некогда будет. Потому что здесь прямая все время, что называется. Но я имею в виду, нету ни ям, ни каких-то изворотов сильных. Если сильно отстанем, то уже не догоним. Потому что круги короткие, уже второй круг сейчас заканчивается. Поэтому летим. Синий вообще не отстает от нас. Мне вот интересно, это разбитые стены с той гонки? О, вон там авария, видать, была. Или это уже свежак тут они пообсыпали, да? Непонятно тоже. Покромсали много они тут стен на повороте. Вон у этих, походу, авария была, потому что они вообще отстают. Вообще не отстает. Скоро мы их догоним. Уже догоняем. А, это этот длинный-то. Да, авария была у них. Он перекоса... Короче, его перекосило, блин. Да нахера, спрашивается, такую машину взял длинную, блин. Она же в скорости уступает. Брал бы как все и не парился бы. Я просто ему хотел подровнять бочину, потому что он уж очень это... Бочина у него очень гнутая, я хотел ему это... исправить это положение. Вот это да! Когда еще такой будет? Я просто его уничтожил, блин. Ни хрена себе. Не, ну может не уничтожил, но вот это было эпично. Как в каком-то еще одного развернул. Не, не развернул, повезло ему. Ему там длинный тоже еще на своей наваливает. Как в каком-то боевике я просто его уничтожил. Сальтуху он там сделал красивую. Ну, этот тут разворачивается, парняга. Эх, сейчас будет, чувствую, что-то будет сейчас. Тут такой поток машин идет. Молодец, молодец. Уважуха. Встроился в их не этот.
Тихо. Тихо, парни. Я пошутил. Зараза-то, мстит мне, да? Говнюк-то. Мне главное там этого сзади где-то голубой был. Главное, а все, сейчас уже приехали уже. Все, голубого там сзади где-то тоже размочили, видать. Потому что его не видно. Не, ну столкновение было, конечно, эпичное. Давайте, знаете что? Давайте посмотрим повтор. Хочу просто посмотреть столкновение. Так, это убираем. Вон их там начало таскать-то, блин. Ну, а мы сразу в лидеры вырвались. И вон тот, да, вот, на Запорожце за нами. А там две, там, по-моему, еще такая же машина. Да, вот тут он еще с нами держится пока. Пытается удержаться на хвосте. Но потом его под конец тоже куда-то сдует с хвоста в итоге. Блин, если бы так бетон лежал бы, под колеса попадал бы, я бы не знаю, что реально с машинами было бы. Так, ну скоро должен, наверное, эпик начаться, да? Где там хвост, не видно пока. А вон уже хвост догоняет. Эй, не-не-не-не-не-не. Ждем. Смотрим. Сейчас толкотня начнется. Самое интересное сейчас начнется. Сейчас я этому немножко бочину поправлю, чтобы он... А то у него, видите, он как перекосил. Вот, а все нормально. Выпрямил немножко. А то ехал весь корявый какой-то. А, вот этого желтого я, по-моему, переверну. Где вот он передо мной? Да, вот желтый, да, вот этот вот сейчас я его, по-моему. Не, не он. Не он, значит, следующий. А он, да, вот. Их, хрена себе. Вот это да. Так, ладно, выходим. Что у нас там сейчас получается-то? Финал уже должен быть. Финал. Мы опять первыми. Ну что ж, это хорошо. А вон этот голубой-то, он... Эй, хорош, вы что? Мужики, вы что? О, они сразу все отстали. Да, в этот раз отстали сразу. Мелких там, видать, зажали. О, а тут сразу авария была. Сразу, второй круг, уже хвост здесь. Ничего себе.
А это не тот ли, который за мной-то был? Мы же его развернули, он в конце теперь оказался. Что-то похож на него. Парняга, ты должен быть сзади. Развернул я его. Ну, пускай он там его желтых задержал, которые за мной шли, они туда. Только слышно удары такие, стекла бьются, железо мнется, блин. Все, на уничтожение просто. Фух, повезло. Блин, машинка зачетная на самом деле. Маленькая такая, юркая. И главное, она очень это... Вроде пока не переворачивается. Ни хрена себе я тут. У вас критическое повреждение. Ну да, да, там вообще жесть. Хоть выходи, блин, из машины-то. Все, одно название, блин. Сзади только машина, а спереди-то уже все, там давно не машина. Он тоже едет. Хрен знает на чем. Блин. Все, хватит хулиганить. Надо доехать живым. Хотя здоровья-то много, но машина уже управляется тяжело. Непонятно, кто там сзади, хвост, наверное, да? Там уж и нет. Вот, блин, вот эту бы развернуть бы было бы... Но, блин, сейчас опасно. Опасно. При выходе из поворота хорошо, но при входе опасно. Можно улететь самому в бордюр, блин. В забор, блин, этот бетонный. Сейчас, парни, парни, я вам помогу. Я смотрю вот тут это, тесного. Сейчас, погоди. Вот за голубым охочусь. Погоди, да погоди. Блин. А все, я не успею, да? Все, финиш. Финиш, блин. Фух, неплохо, неплохо. Потолкался там нормально так. А защиту боковую. А, нет, это какая-то частичная сетка. Непонятно для чего она. Защиту, что ли, или спереди? Получено звезд, одна из двух. Остается, в принципе, немножко, да, тут-то. А, ну 1000 еще с чем-то. 1200... Сколько там? 25, 1225, по-моему, получается. Так, тут что, нормальный гонок. Ну что ж, ребята, на этом все. Вот такой был заезд. Неплохо я с ним потолкался. Ништяк прямо. Ну а всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.